Урок жонглирования булыжниками для девушек. Откуда вы? Келесервис. Откуда? Келесервис. Келесервиса. Тяжелая, тяжелая. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нету ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцем шила. Мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки. Знакомой тети пчелки сшила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком. И угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. Без лишних разговоров помогла ежиха горе. Теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Удачи нашим спортсменам. Удачи спортсменам. Удачи. Вы желаете удачи нашим спортсменам? Конечно. Медалей? Медалей побольше. Победы. А здесь вот пока вот в Петербурге, пока они там соревнуются, мы учимся жонглировать булыжниками. То есть и вы рекомендуете еще и учиться мужчинам жонглировать булыжниками. Всем. Вот так вот, как я преподаю. Да. Всем. Все, ну вот один день до Олимпиады, 6 часов 14 минут. Девушки из Келесервиса рекомендуют завоевать побольше медалей нашим мужикам и научиться жонглировать булыжниками. Все правильно? Да. Да, все, окей, лайк.